When you step through my portal and return to the living world. Permission. We shall meet here again. For now, we must make sail quickly. For strange ships now patrol these endless waters, and ours. Я читал наш сайт. Прочитали вообще, что? Да. Что было? Было интересно. Блять, ну... Атмосферно... Конечно, надо стримить, блять, эту хуйню вообще. Атмосферно просто пиздец. Ебать, это весело, блядь. Честь. Бля, вот просто нахуй звание Андрея, блядь, хранитель сверкающего клада, и звание Дэна. А у меня какой-то... Мистический ученик, золотой шкипер у тебя. А у меня есть какой-нибудь? Мистический ученик. О. Может, надо вниз спуститься? Да не, сомневаюсь. Нам пизды не дадут? Где? Кажется, они нас не видят. Можно выстрелить с пушки? Пушки летят. Кажется, тут подразумевалось, что мы должны были там на балкончике тусоваться. Да, окей. Просто нет механики переигрывания. Момент. Ты думаешь, мы что-то проебали? Мы едем вперед. Кажется. Мы едем. А это перс из фильма или нет? Нет. Здесь как раз-таки конфликт, то, что это вообще другая пиратская вселенная относительно Джека Воробья. Дэвид Джонс попадает сюда, а он как бы в нашем мире занимается миром проклятых и перевозит мертвецов. А в мире моря воров вот этот чел занимается этой хуйней. Поэтому Дэвид Джонс здесь немножко бессилен. Как, ну это то, что я слышал. Это же, это паромщик же, да? Все правильно? Да, да, да. Когда мы убираем. Средства, типа? Да, да. Да. Че, вот два паромщика? У нас появилось что-то в книге? Как разговаривать не забыл. Но мы не будем тебя слышать. Долго мы плыть будем, сука. Припасы? Только песни играют. Вот там тут есть боеприпасы. Я взял. Здесь факел зубаный, может нам их надо зажечь, блядь. Может, смотрел, проебали все, когда типа спалились. О, блядь. Серьезно. Я не могу двигаться, почему? Я тоже, я тоже не могу двигаться. А я смог, пацан. А, вот, все, надо на пробел. Блять, я так понимаю, мы сейчас будем хуярить. Будем пиздить жестко, тут 150 ядер. Ну что вы думали, в море воров попали, блядь? Пушки, кстати, недоступны. Не, а вы куда дальше? Да. А, верит? А, вот, стоп. Come on, Dougie. Good boy. Ёб твою мать! Надо забрать, да, наверное, ключи в песик. Silence is generally best. However,
as I've had no one but a recalcitrant mutt to talk to for far too long, I shall bow to my collegial nature and introduce myself. I'm Captain Jack Sparrow. Though, since you came here to rescue me, you probably knew that already. And you must have heard tell of my heroic journey to acquire this, the greatest pirate treasure of all. A golden key to other lands, an eternal freedom, plundered from the lair of a heartless squid, and used to assist in daring escape that let me stand before you. Бессердечный кальмар. Shining, isn't it? Давайте у нее походка, блин. Фонарь исчез. Он сам исчез. Кажется, kinda bug. Kinda strange, конечно. I haven't had so much as a crumb to eat since I got here. Not completely sure where here is exactly, but it's sorely lacking in dinner options. I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary sort of fellow. Probably enjoys dried biscuits. Wouldn't even tell me how I came to be aboard this sad little ship. Я думал, это был баг, что он не может его закушить. Suddenly, there's a loud, booming, cannonballing sort of noise. Cannonball. The scenery's not very inspiring, but it's good to stretch my legs. Now, let's get off. Stay where you are! That happens. Why have you interfered with my work? Плюм призрачный. I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy, so we'll just be on our way. Silence! You shall be returned to your cell. At this time, the key shall be cast overboard into the abyss. Wait, Дэн немножко рушит, блядь, атмосферу. О-о-о. Вы взяли ядра? Already the sands of time have trickled into oblivion, and we are discovered! И время, это что, блядь? Mortal Kombat. Дэвид Джонс, блядь. Серьезно? Это Дэвид Джонс? Да. И ты его видишь? А, ебать, на корабле, ебать. Бывал, ебать. Дядя, блядь. The Flying Dutchman we're talking about. She's no ordinary ship. Батя, скинь. С конца. Охуеть, в натуре. Пушки готовы? Их пацаны, встаем, встаем за пушки. Их нельзя вязать. Готов. Гляньте, какой у него корабль ебейший вообще. Ну да. Все, готовы? Пушки, да, да, да. Погнали. Блять. Идите, блять, чините корабли. Или его нельзя чинить. Я думаю, надо идти на другой борт. Да-да-да-да. Слился, блять. Не, наебал его на самом деле. Раз, блять. Ай, блядь, не въебало. Блядь, ядра закончились. В натуре. Охуенно, что мы не пробиваем. Где он? Ай, блядь. А если прыгнуть к нему на корабль, блядь, через пушки? Ну тут, по-моему, нельзя сесть пушки. Перестаньте дырявить этот корабль. Он нам это или... Нет, мой корабль, типа, по-моему.
долетело. Ага. Что такое? А, вот с другой стороны. Перестаньте дрябить. Это, да. Наверное, он выборил. Ебать, мы хуярим, блядь, просто. Пацана, блядь. Всех стволов. Ай. Блядь, прилетел. У меня МТУ. Что такое? Мы пытаемся ебаться от него. Ебать, он, кстати, с нами хуярит. Он в курсе, блядь. Прамчик? Нет, Джек Руби. О, не, правда. Он так делает, когда один свободен этот. Потом... Это вот Джек Руби и мы. А? Понимаю. Это дрифт? А чё? Это, блядь, это... Это баг. Спайл был классный. Нет, это канон, не призма. Чё, о чём речь, блядь? Можно придумать? Они хотят взять нас на продаж, ёб твою мать, блядь. Ну, а вы им бананчики похвастали. Спасибо, блин. Нечего фикса как раз для фикса. А, он ему дал, блядь, что ли? Ого! Ох, твою мать. Ебать, твою хуй. Ай, блядь, меня электричеством ебануло. Или победите донных обитателей всех людей. Ой-ой-ой. Ай, блядь. Не дышался, говна. Да не, очень слабо дамажит. Как... А, ебать. Ладно, нормально, еб дамажит, блядь. А, меня в меню не говорит. Поняли? Мем, блять, она издалека ебашит. Электричество. Блять, тут говна льва нет. Ой, тут большая говна. Ух ты, есть себе. Ух. Еп. А Дэнни. Мне кажется, надо ему в сердце ебать. Его добили, да? Угу. Спасибо, блять. Пистолет хорошо дамажил. Дробаш, я сам народ. Ты чё, что ли, долбоёб? Теперь и то, и то будет. Я покраплю. А-а-а. Я... Мы должны посмотреть. Сражение. А, он с Джеком Воробьём сражается, блин, нихуя себе. А, нихуя себе. Бля, прикольно. А мы, блядь, по-моему, покраплю должны поменять, потому что, блядь, по-моему. Блядь, нас ебать. Давай этого не упустить. Чё, мы этого не упустить? Я на секунду не оказался. Гляньте, как... О, ой! Блядь, опять долбоёб. Блядь. Ай, блядь. Ай, блядь. Бля, я не понимаю механики борьбы с ними. Они, блядь, какие-то... 100% дамажат. Ай, блять, чё они? Дамажит 100%. Да, думаю, очень слабо дамажит. Всё равно неприятно. Скибли соображений. Реликвии. Слева. Блять. Бля, это прикольно. Очень нравится. Эй, блядь. Особенно, когда мне въебывают. Ай! Лидера въебало. Джек там вообще... Фак, до сих пор всем пидорасится, блядь. Да. Либо хотя бы дон на Ну,
ученого, нашего. Блин, что ты ебал? Они у нас автоматически восполняются в тех ящиках, что ли, блин? Как казалось. Блять, еще долго я был. Корабль. Что далеко? Музыка закончилась как-то. О, катсцена новая. О, нет, что же будет дальше? Бля. Пиздос. Прыгаемся в пушки, садимся и башим. Ей? Кому ей? Нет, затравка на сюжет. За травку я бы сходил. Сука. Точно, блять, в Питер приехал, парень. Блять. Дэвид Джонс. Он сказал. Да, он сказал, хватит. Реально? Да. Что? Ты его сокровище наше спер. О, бля. И что ж ты? Ох, не понял! Призыв Кракена, по-моему. Да. Да. Блять. Блять, этот палджик воробей. Я не видел, бля. Он был такой, он. Да, он там воду, что ли? Да, он пизданулся типа через перила в воду. Блин. Может он залезет? Может это эклипс? Ты бы сказал эклипс? Enemy has the treasure in his grasp to fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion. Блять, сука. Кто нам аплодирует, толпа его волосы. Fought bravely. I shall return you and your vessel to the land of the living. Первая глава пройдена. Ну, может, там будет продолжение сюжета. Ну да, это первое, и все опять. Мир на ваш. Видел отзыв на все это мероприятие. Говорят, пятое, самое пиздатое, блядь. Ну, мы сегодня, я думаю, Беталова. Чё, блядь? Ну, посмотрим. 8 тысяч были, дали все. Какой нахуй Беталова? Слышали, чё... Вы слышали, что Дэн сказал? Чё, блядь? Да охуели, блядь. Мистеры, блять, работаем за огромные деньги, блять. Андрей, блять, не со мной, если что, работаем. И спим полдня, блять. И что? Ебать, корабль. Это наш, типа? А, нет. Господи. Да, 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 это наш. Не, справа тоже. Такой же. А, мы уже на нашем. Блять. Это, блядь, непонятно. Произошло. А чё на мачту зависит? Это я вернусь. Кого, блядь, не работает? Ну, где его чё? А, во-во, попугай, попугай, смотрите. Что, надо поставить якорь, блядь? Давайте в ой, поиграем. Это я умею. О, все равно, блядь. Это живы? Вау. Пёсик, а где пёсик? Он ищет. Пёсик исчез.
Давайте фоткаться на фоне заката по очереди. Бен, ты вообще не... Пёсик! Пори, пёсик! Пёсик на фоне заката, блядь! Бен, съебись тут, пёсик. Блять, а нахуя это скрины делал через принтскрин, блядь?